Здравствуйте, это игра Клондайк, это ВК, и по традиции среда, а среда у нас гости. Идем туда, куда позвали. А позвали нас на какой уровень? Сейчас скажу, на 88-й. Ну, сразу чувствуется, что это ВК. ВК водичка. Водички должно быть много, потому что за водичку тут можно получить все, что хочешь. И все, что не хочешь, тоже можно купить за воду. Смотрите, пекарни стоят, пекарни в процессе. В хотелке только малинка. Есть торговец, но он все продал и ждет. Ждет хозяина, когда придет хозяин и обновит торги. Обратите внимание, как хорошо с корабликами. Плыви, плыви, кораблик. Корабликов много, так как они еще не все созрели. Это говорит, что поставлен недавно, и игрок играет и заходит в игру. Три фермы помещаются на домашнем. Четыре сада. Четыре. Это столько груш и вишен я вам передать не могу. Кролики. Кролики сгруппировались. И все охраняют свой домик. Ну, тут рассчитано на то, что кролики должны все съесть и быстро позолотеть. Потому что, обратите внимание, сколько корма. Чтобы хватило всем, чтобы никто голодный не был ни минуточки, и сразу ел, ел, ел и золотел. Если что, достанет с крольчатника еще. Ну, лимит. С лимитом все прекрасно, амбаров много. Заводики в достаточном количестве. Тут тоже, кстати, амбары спрятались так. Дружно спрятались за заводы. А мы их заметили. И тут амбары. Ну, я бы сказала, какой лимит. Ну, посмотреть никак, потому что, ну, у Андрея, скажите, я вам скажу, никто сейчас ничего не продает. Так, ну, многие острова расчищены. Ну, естественно, 88 уровень. Собачка спряталась, но мы ее нашли. Кстати, сколько тут собачек? Одну нашли. Ищем вторую нашли. Третью нашли. Ну, на главном. Это котик. Это не собачка. Четыре собаки. С собаками все отлично. С наемом все хорошо. Игра развита. Игра развивается дальше. Строится, улучшается. Больше людей. Больше заводов. Больше пекарень. Ну, Андрюш, все просто отлично. И на этом все. До новых встреч.